Терялся ли ты когда-нибудь в своей реальности как путь, созидая впрок, храня свою свободу, как воду чистого родника народу? Что же ты думаешь о своем мире? Некоторые живут в нем, словно в тире, предпочитают видеть уродство войны, беспорядок сеять, когда в кармане тузы. И чистой природы наготу, видеть доброго человека там и тут, лохом которого многие зовут, лохом которого многие зовут. В нашей жизни, когда есть порядок и цели каждой мысли, хочешь созидать впрок, как в природе, при свободной долгожданной погоде.